Давайте посмотрим еще раз. На себя не одевайте, смотрите со стороны. Когда человек знающий, что он делает? Он так или иначе уже управляет. И очень трудно. У него всегда дела, да? У него происходит движение. У него всегда распорядок дня, он там что-то делает, он с кем-то разговаривает. У него все ситуации вовне. Он понимает, есть там Ваня Пупкин, есть еще кто-то, есть еще тот-то. И файловая система. Вот так вот это кто? Оп, нате. А, помнится, в прошлый раз вы с нами там то да сё. Ваня попал, отстегнулся. Следующий, да? Вот память работает, как компьютерная сеть. Пришел человек, понятийка, считка сработалась, файл положился. И это управление. Тогда нет зон неизвестного. Если вы встречаете кого-то в первый раз, ваша задача заткнуться и послушать, что хотят. Что от вас хотят? Люди крайне редко терпеливо себя ведут. Они все под напряжением, все. Они в той или иной крайности. Он или толстый, но слабый. И пока он уже можно обижать, забежать, уже по голове дать, с другой стороны он уже упал, пропал. А что случилось? Или он быстрый, но юркий, но ничего не умеющий. И он пока идет, у него уже вот это вот все, он уже все выполнил, мне там надо то-то, 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 то-то. В любом случае, в крайностях человек всегда имеет очень, очень внутреннее большое напряжение. Вспоминаем, что это страх, который порождает.